Всем привет! Сейчас будем снимать бардачок верхний при помощи мультитула. Это делается все очень быстро. Достаточно открутить два винта. Сейчас зима, поэтому его надо немного сужить. А еще нужно его немного переделать. Два винта открутили, и он у нас не выходит. А не выходит, потому что нужно отогнуть еще вот эти штуки стопорные. Отгинаются при помощи плоской отвертки, которая здесь присутствует. Плохо только, что не видно. Так, мы ее сейчас загнем чуть-чуть. Это будет проще вытащить. О, вот. Так. И в натяжечку держим, чтобы вторую открыть. Нащупать не получается. Ладно, попробуем при помощи второго вспомогательного инструмента. У нас тут еще ножницы есть. Защелки очень мощные. Попробуем ножом. Так, одна защелка, вторая защелка. Вот, собственно, ради чего все затевалось. Упаковано, конечно, шикарно. Будем надеяться, что все дошло в цельности и сохранности. Еще будет надежда на свет. Thank you.
Ну и, собственно говоря, заклеивать будет бардак. Потому что он очень сильно бликует. И покупалось это ради того, чтобы заклеить. Ну, хотя бы попробовать. Отмеряем. Теперь будем резать. С небольшим запасом. Ну, а остатки куска можно положить на потом. Неизвестно, как она себя поведет летом. Поэтому, в общем, как-то так. Все это дело надо теперь обезжирить. Обезжиривать будем чисткой для кондиционеров. Ну и, конечно же, салфеткой спиртовой. Он поцарапанный, и фьюженоводы знают, как он бликует на видеорегистраторе, оставляя много бликов и свое отражение на лобовом стекле. Вот такая вот спиртовая салфетка. Сколько тут всего. Говно. За 14 лет накопилось. Можно, конечно, это все зачистить и покрасить, но это уже совсем другая история будет ближе к лету.
спиртом, оказывается, все элементарно смывается. Напыление. Может, ее такой оставить? Да нет. Тоже заделаем. Хотя, в принципе, довольно-таки неплохое. Надо было там полностью все смыть. Спиртика-то залить и тряпочкой потереть. Ну, если она отойдет, можно будет залить спиртом, потереть тряпочкой. Ну, а потом покрасить из баллона. Хотя кнопку я, наверное, оставлю такой. Не буду я ее зашивать. Отмылась. И вид совсем другой. Все, ставим на место. Блин. Как тут грязно. 14 лет, а с бардачком все в порядке. Совсем другой вид. Алькантара. Можно, конечно, под кожу было заклеить, но устроить и так. Ну вот, хотя бы одна боль теперь ушла. Ничего не будет отсвечивать летом. Кто хочет, может заказать не графит, а что-то другое. Ну, по оттенкам немного, конечно, диссонанс есть. Но не критично. Можно заказать вообще черную кожу и зашить все в черную кожу. Можно покрасить в любой цвет, подобрать из баллончика. В общем, как-то так. Все ссылки будут в описании. Да, кстати... Вот такой вот мультитул продается в пределах 700 рублей в Леруа Мерлен. Идеальный вариант, чтобы всегда быть под рукой. Ссылка на него тоже будет в описании. Ну а пока, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.